Ароматы жасмина, туберозы, фиалки, апельсинового дерева – эти запахи – своеобразная визитная карточка французского города Грасса. Местное парфюмерное искусство признано во всем мире, и отныне технологии создания духов, которые используют парфюмеры Грасса, внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Конечно, секрет заключается в формуле духов, но не менее важно качество ингредиентов. Это как краски на палитре художника. У нас особенная палитра, и нам нужно сохранить это богатство. Грасс считается родиной парфюмерного искусства, которое в последние годы переживает не лучшие времена. Местные парфюмеры столкнулись с конкуренцией со стороны мастеров из других стран, где более дешевое производство. Кроме того, на рынок все чаще попадают духи, созданные из ненатуральных материалов. Но теперь парфюмеры из Грасса надеются, что благодаря поддержке ЮНЕСКО они смогут защитить поля туберозы и жасмина, а еще привлекут новые компании, которые захотят сотрудничать с местными производителями.